Здравствуйте, меня зовут Юля Сайфан, я художник. Сегодня будет необычное видео. Воспоминания о моем папе и его поколении. Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, и видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон, я номер не забыл. Он снегом занесен, он в угле и в дыму. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу, и все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас.